таблица. Только я не в длину ее разнесла, а поделила пополам. Здесь мы от 1 до 41 ряда идем, от 42 до 82. Здесь мы делаем прибавки, здесь мы делаем те же самые убавки. Вот я просто скопировала точечки, видите, убавки, скопировала их сюда. Сколько прибавили, столько убавили. Очень удобно. На схеме. Стоят разделители, видите? Вот они. Ой. Ой-ой-ой, извиняюсь. Стоят разделители. Вот они. Это то, где мы меняем цвет. Потенциальная смена цвета. В данном случае у нас черный идет на 2 блока. Белый идет на 2 блока. Один блок желтый и один блок черный. Подписали. И еще один очень важный момент и нюанс, который я не нарисовала, это смена цветов. Это тот самый разделитель, о котором шла речь в самом начале. Перед сменой цвета, вот у меня черный, 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 вот здесь мне меняют цвет на белый. 28 и 29 ряд я провязываю красным. Идем, идем, идем. Смена желтого и белого. Первый ряд желтого и последний ряд белого я провязываю красным. Смена цвета желтый-черный. Последний ряд желтого и первый ряд черного я провязываю красным. Все. И чтобы было легче, тоже такой нюанс, я написала, видите, 10, 20, 27. У меня по расчету, который мне посчитала программа, 27 петель мы должны прибавить. Чтобы было легче, чтобы я случайно не запуталась и не забыла, где я нахожусь, мало ли я забыла где-то сделать прибавку. Бывает. С одной стороны сделала, с другой нет. Я буду, видите, я поэтому и отметила их с одной стороны, чтобы делать симметрично. Вот очень удобно, чтобы не путаться. Поэтому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 1. Одна петля у меня уже есть. Я начинаю с петли, то есть у меня 2 петли набираются. Считаю эту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 14 ряду у меня 10 петель. 1, 2, 3, 4, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 30 ряду у меня 20 петель. И к тому моменту, когда мы заканчиваем вязание квадратика, у меня 27 петель. Очень удобно. Можете даже здесь 15, 5, 15 и 25 сделать, чтобы не путаться. Схема есть. Еще раз. Можете по бумажке, можете по... экрану. И такая рекомендация. Вот эта схема у меня будет отработана сегодня, и мне она будет больше не нужна. Следующая схема будет другая, но на этой же основе. Поэтому вот та основа, база, можно сказать, которую мы с вами сейчас разрисовывали, у меня есть вот в таком виде, чистая. То есть вот они, смены цвета. Вот они. Вот на тройке здесь, на тройке здесь. Все поделено, убавки есть, смена цвета есть. Я могу поставить, единственное, что перенести, вот 10, 20 и 27 на 14. 10, 30, 20, вот здесь 27. Это как заметочки для себя, где у меня сколько игл, чтобы я не путалась, делая прибавки. Все. Нюансы вязания. Либо мы от середины вниз вверх. В принципе, можно... набрать вот эти же 27-27 и делать убавку с одной стороны. Развернули, делать убавку с другой стороны. Использую вот эти же цвета. Все. Делаем по расчету. Идем вязать. Перед глазами у меня стоит табличка. Одна игла уже есть, то есть относительно нуля. Одна игла с одной стороны, одна с другой. Две иглы у меня уже стоят в работе. С нуля я начинать не могу. В первом же ряду я начинаю делать прибавку. Вяжу черным цветом до 27 ряда. Прибавочки, вот они. Прибавки тоже у нас идут нарушение всех правил, потому что по правилам мы прибавки делаем через ряд, как и убавки. Здесь мы будем нарушать правила, прибавки делаем вот как написано, так и делаем. У меня машина может вязать без грузиков, но я даже не опускаю щетки, поэтому такой способ доступен любой машинке, неважно, есть у нее круглые щетки или нет. Я опускать щетки не буду, вяжем так.
Так, счетчик на нулик. Первый ряд провязали. И начинаем делать прибавки. В принципе, можно провязать еще ряд. И теперь прибавлять. И считаем, что это первый ряд, потому что очень невнятная вот эта вот первая часть. Прибавки. У меня две иглы сразу, с двух сторон. Но это вообще вне всяких правил. Так не делается в принципе. Но поскольку у нас идет сплошное нарушение правил на данном пледике, мы это делаем. Две иглы вперед выдвинули. Здесь у меня с этой иглой вообще ничего не могу сделать. Вот она остается пустая. Эту иглу я просто накину на нее обвив. Два. Эта игла, она у меня номинально стояла на прибавку, но прибавку не сделала. На нее просто легла нить и пустышка получилась. То есть, если я сейчас начну провязывать, у меня будет очень неприятная здесь дырка такая нехорошая. Поэтому я беру и обвиваю иглу. Во втором ряду я ничего не делаю, у меня на счетчике 2, не делаю ничего, кроме того, что обвила иглу, стоящую впереди. У меня 4 иглы в работе. Третий ряд. Я прибавляю 2 иглы по краям. Раз, два. Так, это уже вот эту. Смотрю, что у меня идет четкая симметрия. По количеству игл относительно нуля у меня четкая симметрия слева вправо. Опять эта игла у меня стоит в работе. Нить позволяет делать обвив. Здесь я обвив не делаю. 3, 4. На четверке я тоже прибавляю 2 иглы. С этой я сделать ничего не могу. Здесь у меня один накид никчемный и одна игла. Поэтому я один обвив, второй обвив делаю. Количество игл в работе одинаково. В пятом ряду ничего не делаю, кроме того, что оформляю петлю для иглы, которая уже находится в работе. 6. Делаю прибавку с двух сторон. Там, где могу, делаю обвив. Там, где не могу, делаю в следующий раз. В седьмом ряду ничего не делаю, кроме того, что оформляю иглу, которая у меня уже стоит в работе. 8. Две иглы. Где могу, там помогаю, где не могу, в следующий раз. 9. Две иглы. Здесь ничего не делаю, а здесь у меня появляются сразу две пустых иглы. Раз, два. Десять. Ничего не делаю, кроме того, как помогаю оформить уже рабочую петлю. 11. Прибавка с двух сторон. Раз. 12. Прибавка с двух сторон. Оформляю иглу, которая уже стоит. И еще одну. Раз, два. Периодически, видите, я поддерживаю рукой. Щетки не работают у меня, круглые, которые держат вязание. И не надо, потому что на таком количестве полотна вполне можете рукой поддерживать ваше вязание. Никакие особые грузы здесь пока не нужны. Так, 12, 13, ничего. 14, две прибавки. С одной стороны мы оформляем то, что уже было. И смотрю. У меня первая метка 10. Вот здесь вот. Десяточки. Я должна на 14 ряду, видите, на 10 петель. Контролирую себя. Десятка, десятка. Я нигде не ошиблась. Вы понимаете, почему я могу ошибиться? Потому что вот такое невнятное вязание, оно может быть не очень понятным, что ли. Так, 13 ряд. Четырнадцатый ряд. Делаю две прибавки. И смотрю, где я нахожусь. У меня первая метка. Вот на 14 ряду я должна выйти на 10 игл. 10, 10. Я не ошиблась. Потому что такое вязание может показаться невнятным, что ли, непонятным. Это вязание вне правил. Поэтому смотрите.
ориентируемся на плюсики, делаем прибавки каждый ряд. И если вы обратите внимание, у нас очень четкий край получается. Никаких огромных, никаких ступенек, несмотря на то, что мы по два обвива делаем. И никаких длинных протяжек, несмотря на то, что мы делаем накиды периодически. Так, 15 ряд. 2 иглы. 1, 2. Выходя на вторую часть, 2 обвива. 16 ничего не делаем. 17 2 прибавки. 1, 2. Делаем обвив. Здесь не делаем ничего. Пора навесить грузик, чтобы он оттягивал. И я пользуюсь таким нехитрым приспособлением, как оформленные подгрузики скрепки. Скрепки с небольшим грузом отлично держат петли краевые, они не спадают и держат полотно. У меня ничего никогда не свалится. Так, 17 есть прибавка сделала, 18 нету, только оформим петлю. 19 есть, 20 есть. 1, 2, здесь сразу 2 прибавки. 1 обвив, 2 обвив. 21 ничего нет, кроме оформления уже стоящей в работе иголочки. 22 есть прибавки. 23 есть прибавка. 1 игла, 2 игла. 24 ничего нет. 25 есть прибавка. 26 нет. Дошли до, так, здесь оформляем прибавку. 26 ничего нет. 27 есть прибавка. 28 до смены цвета. 28 и 29 мы вяжем красным цветом. Черный закончился, все. Он больше не нужен, я его вообще убираю из нитевода. Беру красный. Есть прибавка, тут есть прибавка, тут. Поскольку у меня сейчас начало вязания, начало нового цвета, я могу обвить красный и сделать прибавку уже, как сказать, официальную. И на второй стороне тоже делаю 2 обвива. 1, 2. 28 и 29 ничего не делаем. Красный закончился. Следующий цвет белый. Белая пряжа. Поставили. 30. Есть прибавка. Чтобы легче было, можно так. Периодически проверяю, что у меня вот количество игл одинаковое. Там 30 есть прибавка. 1, 2. Ставим и оформляем обвив. 31 есть прибавка. Оформляем 2 иглы. 1, 2. С этой стороны, с этой просто вперед. Вот такой вот способ вязания наших половичков, квадратиков. 32 нет ничего, кроме как оформить ту петлю, которая уже работает. 33 есть. 34 есть. 2 иглы остаются. 1, 2. Количество здесь 3, здесь 3. Все, нигде не ошиблась. Ошибиться очень просто. Вы делаете 2 обвива и забываете, что вы не поставили иглу с другой стороны. 34.
Есть, поставили. 35 ничего нет, 36 есть. Так, ничего нет, кроме обвива. Шесть ставим вперед. Тридцать семь ничего. Ничего, 38 есть. Раз, два, 39 есть. 40 ничего нет, но обратите внимание, 41 у нас есть прибавка, а 42 уже идет убавка. Чтобы хотя бы ряд провязать нормально, я делаю на 40-й прибавке. Раз. И крайняя прибавка, которая пойдет. Если я буду на 41-й делать прибавку, на 42-й сразу убавку, будет невнятно. Поэтому беру, делаю прибавку классическую. Переношу петлю рабочую. Надеваю на освободившуюся иголку протяжку от предыдущей петли. Таким образом я делаю хорошую прибавку, хорошую петлю, не вот этот обвивчик, а уже петля такая устоявшаяся. В принципе, здесь можно было сделать то же самое, но у нас есть обвив, и я даю возможность провязать целый ряд без каких-то изменений. 41. Отлично, мы с вами провязали половину квадратика. И сейчас для того, чтобы не перепутать, не потерять эту точку, потому что когда мы будем зашивать, мне четко нужны будут вот эти вот точки. Я их могу потерять, но мало ли какие прибавки, убавки я там буду. Может, у меня там непонятное что-то будет. Поэтому для того, чтобы облегчить себе дальнейшую деятельность, беру две ниточки. И делаю метки. Метки вообще моя любимая тема, я их ставлю вообще где попало, вдруг пригодится. Как правило, пригождается и очень облегчает жизнь вязальщица. Метка — это обвив и узелок, завязанный на какой-то петле. Вот крайняя петля у меня есть. Я на ней завязала один узелок. Два не завязывайте, потом не развяжете. Одного достаточно. Заодно эти узелки являются оттяжками. Все, 41. Мы все прибавки провязали, метки поставили. Продолжаем. 42 ряд. Убавка. И все еще белый цвет до 53. 42. А вот теперь я буду делать убавку. Убавку буду выполнять двухугольным декером, потому что потом, когда я буду соединять квадраты, мне хотелось бы иметь хороший край, мягкий. Если я буду делать классическую убавку, просто пересаживаю петлю, вот эти вот узелочки, они могут мне потом мешать. Я не хочу, чтобы мне что-то мешало, я буду делать убавки двухугольным декером. Берите два двухугольные, чтобы дорожка была минимальная. Если вы возьмете количество игл декера побольше, у вас дорожка пойдет очень такая видимая. Ее хорошо будет видно, она не к месту в данном изделии, поэтому обходитесь таким простым способом. Так, 42, 43. Нет, ничего, 44 убавка. С убавками все идет гораздо бодрее. 45 убавка. Полное нарушение вязальных правил. Абсолютное нарушение по всех, в каждом ряду. Но наше изделие это ни в коем случае не испортит и никаким образом качество не пострадает. Так, 46 нет, 47 убавка.
8 ничего, 49 убавка. Чем дальше мы идем, тем меньше оттяжек нам требуется. Так, 49. 50 убавка. 51 нет, 52. Пятьдесят три убавка. Мы с вами дошли до смены цвета. Красный цвет. Белый закончился. Все, я его отрезаю. Он мне больше не нужен. Разделитель. Так, 53 убавка. А, 54 ничего, 55 убавка. 54 ничего, 55 убавка. Разделитель закончился. Следующий цвет желтый. Пятьдесят пять убавку сделала, 56 убавку. 57 ничего, 58 убавку. 59 ничего, 60 убавка. 61 убавка. 62 нет, 63 убавка. 64 убавка. 55 нет, 66 убавка. Шестьдесят семь. Мы закончили смену цвета. Смена цвета идет через разделитель красный. И 68 убавка. Шестьдесят девять убавка. 69-70, уже начинается черный, черным мы заканчиваем. Убавки прописаны. Так, 69 есть, 70 ничего, 71. 71, 72. 73 нет, 74.
76, 77. Конечно, такое можно было руками посчитать. Программа удобнее. 78, 79. 80. Видите, я тут вижу, что ошиблась, у меня нечетное количество, где-то я не делала прибавку. Перестала контролировать и, ну, еще раз, на таком полотне, который мы с вами выполняем, если вы где-то ошиблись на иглу, вообще не страшно. Смотрите общий порядок. Так, 80 есть, 81, 82. 82 мы уже закончили, считайте. 82, это все, закончили вязание, общий ряд. Пересадили, провязали, закрыли. Все. Как видите, очень быстро. Когда есть расчет, вязать, ну, делать нечего. Вот она немножко перетянута, потому что мы его по диагонали растянули. Сейчас мы дадим немножко полежать, подпарим. И, видите, вот наш кривой, косой квадратик. Мы связали квадратик, но благодаря программе он абсолютно ровный. Сейчас пойдем смотреть, насколько у нас совпадают полосы, правильно ли мы посчитали. Вот он квадратик с косыми полосками. Метки по краешку, может быть, и не нужны, потому что у нас очень четкие углы, но на всякий случай остаются. Задача надо наша — связать узелки. В процессе работы я этого не сделала. Ну, от лени, торопилась, не знаю, можете как угодно сказать. Смотрите, там, где мы делали прибавки, у нас край тянется. Там, где делали убавки, край достаточно плотненький. Поэтому старайтесь края, там, где мы убавляем, не затягивать. И, как я вам сказала, сейчас мы будем проверять правильность расчета. Берем любую из предыдущих частей. Вот у меня есть часть. Третья, например. И прикладываю я к этой третьей части то, что сейчас связала. Линии стыкуются, стыкуются. Разворачиваю вот так. Так будет правильнее. Идет и идет излом. То есть линии, вот они, пошли стыковаться. Не так будут лежать наши квадраты, но принцип правилен. То есть у нас красная линия идет и переходит в бок. Красная линия идет прямо и уходит в бок. То есть вот эти вот части мы высчитали абсолютно верно. Все, идеально. Таких деталей 4 штуки. Раз, два, три, 4 одинаковых. И номер у них будет первый. Номер 1. И прибавляем этот номер 1 тем, которые у нас уже есть. Третий, пятый. Оформляйте вот эти хвосты, чтобы они не болтали, завязывайте узелки, складывайте в лист ожидания, и в следующий раз мы будем вязать следующую партию квадратиков для того, чтобы уже можно было оформлять плед целиком.